Доброго дня, ми з України. Льош, хотіли б з Петром вам пісню заспівати. Як вона називається? Байрактар. Байрактар, Байрактар. І за нами колона роздовбана. Я не представляю, що тут було. Я просто не представляю. Ну, судя по тому, що вся вулиця просто завалена російською згорівшою технікою. Башня от Ноны в одному огороді, де сама Нона, непонятно. І я можу сказати тільки операторам Байрактара, пацани, ви красавчики, тому мужчине с титановыми, извините, ага, яйцами, который сидел здесь, в доме, и корректировал огонь, респект, уважуха. Слава ВСУ, слава украинской армии, а вы, российские собаки, как сюда пришли, так здесь и сдохнете. Вы всегда жили с собаками, собаками и останетесь. Вы будете дохнуть, вот как ваши, даже не осталось ничего. Десантники хваленые, тельняшки в одном месте, куски жоп в другом месте. Вы не десантники. Вы, сука, убийцы, вы мародеры и вы насильники. И мы еще об этом поговорим.